И что в этом такого? Просто, типа, моя демоническая сторона целуется с отцом Лореном. Что в этом такого плохого? Да. Ляпота. Ляпота. Все, я пошла их шиперить. Вот чем вы занимаетесь. Уберите детей отсюда, господи! Ребенок мне 17. А раз маленький, ладно? Ну, вроде прикольно. Во-первых, какого пи***ь чёрта? Во-вторых, кто авторе его зарежу? Ляпота. Ну, довольно такая мило. Я не мастер любви. Вообще нормальный взрослый мужчина целуется с намного младше, который... Ну, и ладно, неважно. Ну, вы мне поняли, в общем. Господи, уберите эту картину. Тут взрослый целуется с намного младше его. Господи, уберите это. А, так это милочек. Топ. Пап. Очень оригинальная, если честно. Нереальная оригинальность. Билл, у тебя тупость превыше всего. Спасибо. И ради этого вы меня позвали? Ну, мило, что сказать. Теперь я валю отсюда нафиг. Так, не понял. Какого пип? Так, ладно, пойду разберусь с отцом. Не с моими родными, но все. Унеси мой топор! Оп. Кто этот автор этого шипа? Я его на костер посажу. Я не буду на это смотреть. Просто не буду. Но стопудов там что-то не то. Да что я... Короче, это мило шип что-то. Господин так бы не сделал, но... Это очень мило. Но так это не очень-то. Хотя... На самом деле это прекрасно. Вот бы я так словом был. Забудьте. Шо, когда я смог лица и видел, как бежала собака. Собака бежала.